Иногда возникает ситуация, когда нам очень быстро нужно передать какие-то важные документы в другой город. Чаще всего используется курьерская помощь, почта России. Так вот, в настоящее время есть более удобный способ – это передать документы в электронном виде с помощью нотариуса. То есть гражданин обращается к нотариусу, предоставляет документ на бумажном носителе. Нотариус переводит этот документ в электронный формат, удостоверяет тождественность документов и посредством электронной почты передают в электронном виде удостоверенный вот этот документ тому нотариусу в том городе, который вы укажете. Изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которому удостоверена. Нотариус, который получил этот документ, в обратном порядке переводит документ на бумажный носитель и передаю тому лицу, кому она адресована. При этом необходимо помнить, что не допускается удостоверение равнозначности электронного документа аналогу на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных в простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность. Предоставленный нотариусу электронный документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью.